На днях один мой очень хороший друг прислал мне следующее сообщение. Мистер Алексус, эта игра вам на обзор. Не сделаешь? Лох. Скобочка, 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 скобочка. С наилучшими пожеланиями, Олег. Я думаю, мой выбор в такой ситуации был бы вполне очевидным. Но бесплатная игра за 40 рублей тоже неплохо, поэтому я согласился. Не знаю, как нашел Олег эту игру, почему решил прислать ее мне, но такое ощущение, то, что после ее нахождения он стал выглядеть примерно так. Мы нажимаем «Играть», и первое, что происходит, это высвечиваются настройки. Настройки графики меня действительно поразили, так как тут можно выставить свои числа в дисплее. Ну и после нажимаем саму кнопку «Играть». Нас встречает своеобразное меню игры, может быть даже лобби, в котором нам предстоит настроить персонажа, а именно его внешность, особенные черты какие-либо и роль в самой игре. В игре все продумано, и вы можете быть как обычным игроком, а именно regular ass, так и bad ass. Ну вот мы подошли к самому геймплею. К сожалению, в самой игре отсутствует онлайн, и приходится играть только с ботами. Но от этого не становится менее интереснее насиловать чужие жопы. А вот и мой первый килл, сопровождаемый прекрасным саундтреком.